Жар, дым и слезящиеся глаза. В Туголице накануне загорелась квартира. Спустя мгновение едкий серый туман повалил из окна на первом этаже. Соседи в панике выбежали во двор. Открыла дверь, и дым весь на меня, и все. Кричать здесь все начала, бегать по подъезду, и вызвала 112. На место ЧП приехали сразу два пожарных расчета. К тому времени огонь успел окрасить кирпичную кладку дома в черный цвет. Очевидцы подсказали спасателям, внутри может быть человек. Было организовано звено газодымозащитной службы в составе наших работников. Проникли в квартиру, пострадавший извлечен и передан бригаде медицинской помощи для оказания дальнейших действий. В больнице провели повторный осмотр. Медики сошлись во мнении, пациент родился в рубашке. У мужчины обгорели ноги, врачи без промедления отвезли его в больницу. Правда, в тот же день пострадавший сбежал. Сейчас спит в полуразрушенном жилище, как ни в чем не бывало. Любитель выпить, ну не пьяница. Бойцы МЧС прибили пламя водой. Жена пострадавшего вернулась в квартиру и ахнула. Любимый ковер стал похож на половую тряпку. Стены, пол и потолок не узнать. Женщина осталась у разбитого корыта. Старина, постарала. Диван открывается, выбрасывать надо все. Причину пожара устанавливают. Вероятно, пламя разгорелось из тлеющего окурка. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.